Мой прадедушка, мой герой. Великая Отечественная война 1941 года до 1945 года. Война СССР против нацистской Германии и ее европейских союзников. Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии и Хорватии. Великая Отечественная война стала одним из финальных этапов Второй мировой войны. Эта жестокая война длилась с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 22 июня 1941 года навсегда останется в памяти людей как один из самых трагических дней в истории. Германия без объявления войны напала на СССР. Тысячи бойцов и командиров ценой собственной жизни старались сдержать наступление фашистов. К концу 1945 года Германия смогла завоевать Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Молдавию и Белоруссию. Германские войска продвигались вглубь страны, пытаясь захватить Новгород и Москву. Ленинград был взят в блокаду. Период коренного перелома начался в ноябре 1942 года, когда началось контрнаступление советских войск. Во время третьего периода войны 1943-1945 годов СССР играла ведущую наступающую роль в военных действиях. Советская армия продвигалась в сторону Берлина, отвоевывая захваченные территории. Был отвоеван Ленинград. В 1944 году советские войска двинулись в сторону Польши. 8 мая был взят Берлин, и немецкие войска объявили капитуляцию. Великая война – это великая трагедия. Наверное, не осталось ни одной семьи, которая не была бы задета этой жестокой войной. Сегодня я хотел бы рассказать об одном человеке, которого уже давно нет в живых, но он с нами благодаря памяти. Зовут этого человека Свешников Иван Николаевич. Отец моей бабушки, дед моей мамы, мой прадедушка. Он для меня герой. Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны. Всех подробностей я не знаю, мне рассказывали о нем бабушка и мама. Прадедушка мой был обычным тружеником, с ранних лет работал на строительстве железной дороги, а потом механиком. В 1939 году он был призван в ряды советской армии. А когда началась Великая Отечественная война, он встал на защиту Родины. Прадедушка служил в пехоте связистом, дошел до Берлина, был много раз награжден. Медаль за боевые заслуги, медаль за взятие Кёнигсберга и за взятие Варшавы. Орден Красного Знамени, орден Великой Отечественной войны второй степени. Я видел эти награды. Они хранятся в России у моей бабушки. В мае 1945 года мой прадед с победой вернулся в родное село на свою железную дорогу, где работал до пенсии, воспитывал детей. Если бы он был жив, то сейчас ему бы исполнилось 101 год. Я горжусь своим прадедом. Я хочу обратиться к сегодняшнему поколению. Берегите мир! Берегите память, чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от взрывов бомб. Помните, какой ценой досталась победа нашим прадедам. Спасибо.